Угадайте, куда мы едем? Сейчас мы находимся внутри Empire State Building. Вот здесь есть такая фишка, что здесь обычно, когда здесь нет пандемии и нету коронавируса, здесь очень много народу, дофига, прям как в Дубае. Я сейчас, может быть, вставлю кадры из того, как мы стояли в Дубае на очередь, в очереди на подъем на Бурдж-Халифу. И здесь народу прям дофига. И здесь вот эта вот дорожка, она для обычных людей, а вот здесь для VIP, для тех, кто раскошелился на билет в два раза дороже, здесь типа есть фастлайн, можно без очереди пройти. Но я так понимаю, в этот раз нам повезло, и мы идем по обычной дорожке без очереди. Я не могу поверить, мы что, поднимаемся на Empire State Building в лифте просто вдвоем? Welcome to the world's most famous building, and you get to head to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Просто, и это в лифте вдвоем. Thank you. Просто 2 минуты, и мы на 80 этаже. И здесь вообще нету народа. Вообще нисколько людей здесь нет. Это просто нереально. А вон там за рекой, это уже Нью-Джерси. Вот они мы. Вот они мы. Практически на вершине. Empire State Building. На вершине Empire State Building. Отсюда открывается вообще просто нереальный вид на весь Нью-Йорк, на весь Манхэттен, на все, что его окружает. А сейчас где-то 6:30, у нас билеты были на 6. Мы полчаса где-то поднимались, пока это все обошли. И вот сейчас такое прекрасное освещение, такое все. Ну, в фотографии это называется золотой час, когда освещение такое мягкое и освещает не сверху, а сбоку. И все это просто нереально классно выглядит.